почему я к этому пришел. До того, как я создал, сейчас уже достаточно известный стрим, я работал звукорежиссером в компании «Сетевой мем», которая занимается изготовлением различных радиопрограмм, в том числе радиопрограммы «Шоу Шпиля». Это было очень интересно, но в какой-то момент меня увлекла другая сторона музыки. Я решил сделать группу, я ее сделал, удалось ее понять, достигнуть какого-то уровня, дальше я из нее ушел. Потому что мне хотелось заниматься музыкой дальше. Мне хотелось с инструментальной музыкой работать, с инструментами, с вокалом. То есть не только, чтобы это было вокальное, там, партии, аккомпейтные, бибокс и прочее. То есть, все замечательно, но на самом деле у музыки есть достаточно много краски и достаточно много градаций, и можно делать совершенно разные вещи. Это, знаете, как есть специалисты, которые, нет, они молодцы, они хорошие специалисты. Но они вот как... Есть такая цепная болезнь вкус. Наверное, слышали, когда щека раздувается, и вот такие специалисты, которые там только в одной области копают, зарываются, вот они как вкус. Становится вот у них все это, все эти знания, там, все одним пучком растет. Но не скажу, что такие люди чувствуют себя достаточно счастливыми. То есть, долго думав на эту тему, я решил все-таки, что мне надо развиваться дальше, и начал развиваться дальше. И встала проблема. Да, я на тот момент умел делать радиопередачи. Я умел сводить музыкальные ролики. Копировочные ролики, джинглы. Я делал определенные радиостанции, телевизионные компании. Это было интересно, здорово, замечательно, но это было не совсем, не тем процессом, которым я занимаюсь сейчас. Сейчас я занимаюсь продакшеном музыки. Я могу использовать различные инструменты. Я могу записывать через микрофон, линейный код, без разницы, да? Совершенно любые источники звуков. Я могу записывать звук с YouTube и пытаться сделать из этого, да, попытаться сделать что-то музыкально звучащее. Я экспериментировал. И передо мной стала проблема. Я делаю музыку, я сочиняю, да, я понимаю, что идеи это хорошие, но когда я присылаю ее людям, массивным режиссерам или композиторам, аранжировщикам, я спрашиваю их мнение, они мне говорят, или ничего не говорят, в лучшем случае, или говорят, что знаешь там, тебе надо еще учиться, но никто не говорил, как мне надо это делать. В итоге я пришел к абсолютному нулю. Проделал радиопередачи, радиоролики, мне пришлось исполнять мои проделы, знания. У меня нет специального режиссерского образования, которое встречается с этим физику, и музыку, и физику, и математику, и высшую математику, и много других предметов. Акустику. Всех этих знаний у меня не было, какие-то были на школьном уровне. Этого мне, конечно, хватало, и не хватало. Если я даже что-то узнавал детство, я понимал, как это применить на практике. Самое сложное — это полученные знания применить на практике. Даже если сравнивать какой-то житейский опыт, нам родители и нашим наставникам могли говорить, так не делай, так делай. И вот мы все равно нет, мы все равно делаем. Своим, пока мы отнесли к этому грабли, мы нас ожидали. Почему я все веду? Я веду к тому, что у многих людей, находящихся в аудитории, судя по конкурсным работам, которые вы сдавали, нет какой-то базы. Я с этим столкнулся, я вас прекрасно понимаю. И сегодня я стараюсь восполнить некие пробелы ваших знаний, поделюсь своим опытом. Это то, что я сегодня вам скажу, это то, что сделало, это дало мне хороший старт. Это дало мне, это был хороший пинок для того, чтобы я развивался, двигался.
и причем понимая, действительно понимая все процессы, которые происходят при обработке звука, как взаимодействовать другие инструменты. На самом деле, в одной лекции все это не вместить, поэтому я выделил одну главную тему сегодня. Где-то она у меня была записана. Связано с тем, Так, звучит она так. Значение музыкального темпа в звукорежиссуре. Начнем по порядку. Что такое звук? Вернее, мы понимаем, что это, да, естественно, физическое явление, можно описать законы физики, математики, все это доступно в учебниках до 7 класса на физике. Очень много доступно. Но есть, когда звукорежиссер работает над звуком, он часто забывает о главном, о музыке. Вообще, для чего эта звукорежиссура нужна? Для того, чтобы хорошо, правильно записать исполнителей, передать настроение, передать тонкости, передать тонкости исполнительского мастерства. Забывает и начинает что-то вот делать непонятно. Есть такое понятие в музыке, называется оно темп. Кто слышал понятие? Совсем чуть-чуть, да? Посмотрите, темп — это скорость движения. Скорость движения музыкальных звуков, которые организованы, структурированы между собой. И с какой скоростью они движутся, с какой частотой они пульсируют, это и называется темп. Есть общепринятая система классификации. Темп измеряется удар в минуту, да? По-английски BPM, по-русски удар в минуту. Любую композицию можно, особенно попсовка, которая жестко привязана к сетке, метроному, да, к темпу жестко привязана. У этой композиции можно вычислить темп. Делать это достаточно легко. Можно само звучание удара в минуту и подразумевает, как это сделать. Вот, допустим, у нас есть композиция, да? Нам надо вычислить ее темп. Сделать это можно, например, вот, если у вас нет никаких компьютеров перед рукой, ничего такого нет, сделать это можно очень просто. Сейчас я покажу на примере. Мы просто отмеряем отрезок в минуту и посчитаем, сколько ударов за минуту происходит. Прямо посчитаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и так далее. Когда пройдет минута, просто я уже знаю, что 94 удара в минуту. Чтобы время не терять, мы не будем читать до конца. Это есть темп произведения. Да? Темп может быть жесткий, фиксированный, темп может быть варьированный. Сейчас мы поговорим в основном о фиксированном темпе, потому что современная музыка достаточно часто пишется именно фиксированным темпом. Важно сказать, что у любой композиции, любой музыки, любого музыкального материала есть размер, как правило, современных композиций могут составлять 4/4. Это означает, что есть такт, где есть главные акцентированные доли, и потом идут относительно слабые доли, потом это вот сильные доли опять повторяются. Вот через сколько дальнейшее появилось, вот считаем, что раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, вот все эти акценты, они складываются вот в такую вот форму. И темп стандартный для современных композиций 4/4. Бывают такие размеры, бывают сложные, бывают простые размеры. Все это вы можете, в общем-то, прочитать в учебнике по элементарной теории музыки. Я вам очень рекомендую, поскольку вы все
так или иначе связано с музыкой, это было бы вам полезно узнать. Далее, внутри самого произведения есть ноты. И эти ноты имеют различные длительности. Есть тоже классификация. И, допустим, самая такая большая длительность, да, простым языком, это целый нот. Композиция, которая выставляет размер, который составляет 4 четверти, целый нот, это 4 четверти, это один такт. Да? Потом более мелкие длительности мы просто делим на 2. Делим на 2 получается половинка. То есть в целом мы уже имеем 2 половинки, делим 4 целые, мы уже имеем 4 четверти, потом мы имеем 8 размушек, поставим 16, 32, 32, 64, 64, и так далее. 28, 256, меньше уже 256, не бывает обычно. Как это работает со звукорежиссурой, как это, эти знания применить? Честное слово, когда вот я узнал, что вот это знание хорошо применяется в сведении музыки, в сведении любой вокальной, инструментальной музыки, и даже в общем-то в аудиороликах, в радиопрограммах, я понял, что то есть, у меня было такое открытие, что это вот действительно дало мне хороший старт. Для того, чтобы воспользоваться этим знанием, нам надо перевести эти все значения, целые, половины, четверти, датчики, ноты, нам надо перевести их в язык, который понимает прибор обработки. Прибор обработки у нас работает в миллисекунду. То есть нам надо из целой ноты знать, допустим, что у нас есть 135 ударов в минуту. Да? Нам надо перевести. Узнать, сколько же миллисекунд будет каждая длительность, которая там есть, сколько она будет в миллисекундах. Для этого существует достаточно простая формула. Если вы можете записать, вы ее запишите, если нет, вы можете потом найти в интернете. Она называется формула расчета задержки. Мы будем использовать с вами упрощенную формулу расчета задержки, потому что с ней проще и понятнее работать. Она достаточно простая. Мы знаем, что удар в минуту измеряется в темпе позиции. Допустим, мы берем 135 ударов в минуту. 135 ударов в минуту. Дальше мы должны взять минуту. Минута у нас составляет 60 секунд или 60 тысяч миллисекунд. И просто разделить на вот этот темп произведения. А тогда мы получим на выходе четверть миллисекунды. Это уже даст нам кое-какое определенное знание, мы это можем записать, и потом просто вот это значение, которое мы получили, мы можем потом его применять в сведении, чтобы настроить ревербераторы, дилеи и даже модуляционную обработку, и даже настроить динамическую обработку, что очень важно. Динамическая обработка, она на самом деле играет огромную роль в сведении любой музыки. Особенно, когда настроено вот именно с учетом движения, с учетом темпа композиции, это становится, ну, просто произведение начинает совсем по-другому звучать. Оно начинает звучать более целостно. То есть, если мы иногда слышим в любительских работах, например, идет музыка, читает титр, у него навешено огромный дилей, не просто с музыкой спадает, а просто надо улетать на понятно. То есть он состоит, встает как грязь. Вот когда эта грязи нет, все начинает звучать очень интересно. Сейчас я расскажу на примере, как нам вычислить, например, количество миллисекунд для произведения темпа 135 г. Для этого нам надо понадобиться просто простой калькулятор. Мы берем формулу 60 и просто делим на 135. И получается 444 миллисекунды. Это значение мы с вами записываем. Это у нас четверть. У нас четверть. Так вот, чтобы узнать длительность половинки, половину 10 минут, нам надо просто 44 умножить на 2. Да?
Это общая классификация, что более короткие, более длинные ноты, они делятся на два. То есть половина у нас будет 788, а, допустим, восьмушка у нас будет 223 миллисекунд. Бывают еще триольные ноты и ноты с почкой. Например, четверть с почкой. Как же знать их значение? Вот для того, чтобы узнать длительность ноты с почкой, надо умножить на 1,5. То есть у нас четверть 44 миллисекунд, мы умножаем на 1,5. Получается. И получается 666. Чтобы узнать, сейчас я вам расскажу эту теорию, дальше мы перейдем к практике, и вы узнаете, как это можно будет использовать в ваших работах. Чтобы узнать триольную длительность, сколько она составляет миллисекунды для наших времени, 135, мы берем тоже четвертную круглую, да, 444, мы умножаем на 0,667 тысячных. Умножаем. 444 умножить на 0,667. И это получится 296. То есть триоль у нас 296 миллисекунд. Итак, как же теперь все это применить на практике? У нас, допустим, есть позиция. Сейчас я ее открою. Рассказываю принцип, как это действует.
применим от любого плагина. Вот есть компрессор, это родной лоджикский компрессор. У него есть все параметры любого компрессора. Уровень срабатывания, степень компрессии, колено мягкое, жесткое, варьированное колено. Атака, быстрая, медленная, можно выставлять значения и риск. Вот, чтобы компрессор стал работать именно в соответствии с темпом произведения, нам надо выставить релиз. Мы знаем, что четверть — это у нас 483 миллисекунды. 483 просто вбиваем. Вот, у нас релиз 483. Далее, что следует сделать, это настроить атаку. Вообще есть, сделаю пояснение, есть несколько способов настройки компрессора. Я вам рассказываю, как сейчас настроить компрессор именно в соответствии вот, с темпом произведения. Потому что если мы свозим попсовую композицию, там лучше сначала настроить атаку, релиз, потом уже степень компрессии, уже проиграть сеть. Здесь мы делаем немножко по-другому. Мы сначала настраиваем релиз, потом мы начинаем настраивать атаку. Атака в данном случае очень быстрая. Вообще, когда мы пользуемся таким типом компрессии, таким способом, я заметил, что быстрая атака работает не очень хорошо на инструмент. То есть она действительно хорошо работает на голосе. Если вот вы попробуете, в следующий раз вы будете делать аудиоролик, потом будет музыкальный подложник, попробуйте отстроить дикторский голос, сделать короткую атаку и релиз сделать в соответствии с темпом композиции, который под этот голос попробует, да? Тогда у вас будет, ну, голос будет сидеть гармонично, он будет дышать вместе с музыкой. А в данном случае мы делаем достаточно медленную атаку. Можно сделать компрессию чуть побольше.
следующий инструмент это рояль. Вот аккомпанируешь рояль, с ним работаем. Рояль вообще не надо много компрессии. Если вы прописываете рояль особенно по миди, пользуетесь звуковыми библиотеками, лучше пропишите скорость нажатия, velocity. Любой редактор это позволяет сделать достаточно легко. Просто на выходе вы получите более естественное звучание, более натуральное звучание. Потому что пережатый рояль, он звучит тоже очень, скажем так, недобротно. То есть он хорошо сжатый рояль, звучит абсолютно. В данном случае он такая вот агрессивная компрессия, она будет не актуальна. Счастье быстрого сведения, когда вы надоедете в этом деле, вы сможете звонить в полицию там за час, за полтора часа и даже делать какой-то сноски мастеринг, настраивать параметры на полосной компрессии. То есть, ну, если время останется, я вам покажу, как это сделать достаточно легко и быстро. У нас четверть 483. Получается 241. Вот у нас восьмушка. В принципе, здесь не очень хорошо слышно, но вот если вот их сводить таким образом, то почти любые варианты начинают звучать хорошо. Что так, вы просто начинаете играть с красками. Встраиваем атаку. Ставим ему релиз
самом деле очень 220 ставится, ну, половину. Мне кажется, очень много. Да. Устраиваем атаку. Мы строили атаку, а атака стала, то есть атака компрессор не мешает тому, чтобы рояль развивался, чтобы он играл вот именно акцентированно. Останавливаем громкость, поменьше степень компрессии, достаточно, и threshold. Что здесь происходит? Он исходный материал он очень акцентированный получается, да? А sustain, его продолжение ноги не слышно. Когда мы включаем компрессор, то получается, что и атака остается, и в то же время sustain становится громче, а он несет в себе атмосферность. И вот эта атмосферность начинает работать, и из-за того, что опять же компрессор настроен в соответствии с темпом музыки, начинает дышать, начинать жить вместе с темпом. Давайте давайте попробуем вот на базе этого сейчас отстроить, посмотреть, как у нас работает реверберация, которая отстроена в контексте с темпом произведения. Для начала нам надо, опять же, взять калькулятор. Вообще, насчет калькуляторов, не обязательно пользоваться калькуляторами, не обязательно всеобщим письмами или столбиком. Есть программа аудиокалькулятор, очень удобная для студентов. Поставил и не нравится наш темп 124, мы просто выставляем здесь целую ноту и получаем значение 1935 миллисекунд. То есть это 1 секунда 935 тысячных секунды, да, получается? Так, 1935. И теперь мы можем знать параметр такта, да? Мы сможем попробовать отстроить реверберацию. Для этого мы делаем басово. Давайте сделаем басово от края. В данном случае будет занять всего. Создаем басы. Я пользуюсь родным ревербератором Space Designer. Это плагин, который идет в комплексе программы Logic. Он импульсный и работает, на мой взгляд, очень хорошо. У вас может быть свой другой любимый ревербератор. Неважно какой, видите, я значение length ввел значение, значение 1 секунды 535 тысяч. Так, и пошли, посылаем. Максимально сделаем. Не слышно, да, ничего? Попробуйте вы мне сейчас слушать и считать. Раз, два, соответственно, стэм. Почему там он очень? Понятно, что в данном случае реверберация чрезмерно много, но смысл в том, что она не мешает. Она начинает тоже дышать вместе с музыкой, вместе с мелодией. Мы сделаем музыку потише. Без реверберации. С реверберацией. На самом деле, очень простой
простой способ. Очень простой способ отстроиться, если вам надо что-то очень быстро свести и нет времени на то, чтобы что-то выискивать, заниматься копанием. Это очень простой способ отстроить вообще все, в том числе и мастер, мы можем тоже построиться на вот этих значениях, которые сами вычитали. Перекроем несколько частот, потому что они нам в данном случае не нужны. Смотрим. Вариант реверации дает эффект заполненности, то есть у нас нотки, которые особенно длинные, протяженные, становятся слышны, как заполняется пространство между этими нотками. И мелодия от этого выигрывает, она становится более певучей, более мелодичной.
Тоже мы слышим эффект, но мы не слышим, что это какой-то дело, что это эффект или повтор, мы не слышим. Все, мой эффект. Вот это и есть эффект раз. Если вам интересно его научная составляющая, математически-физическая, есть информация в интернете, в учебниках по звукорежиссуре, по акустике, там вы сможете копнуть и читать дальше. 50 миллисекунд — это уже короткий дилей, и вот значения 50, 60, 70, 80, они используются иногда в обработке вокала для того, чтобы придать такого плане. Примерно, ну, голос начинает становиться похожим на звучание, на голос Элвиса Пресли. Такой рок-н-ролльный становится. Нашего радиосолирующего. Как
можно еще попробовать сделать, что можно сделать с реферантом, чтобы он еще больше, еще лучше работал на тексте темпа произведения. Есть, пожалуй, в данном случае два основных параметра любого реферата. Это его длина, сколько он продолжается. Да, мы вычислили, что там, ну, в данном случае нам подходит вот. На самом деле мы не знаем, потому что мы части не слышим, огромную часть не слышим, да? Вслепую, да, мы ставим, что это целая нота должна быть, то есть у нас есть значение, и мы можем воспользоваться pre-delay. То есть pre-delay очень хорошая вещь, чтобы, допустим, делать слишком много реверберации на треке, на любом. Это как касается музыкального трека, с музыкальным инструментом или дороже с вокалом. Чтобы не было слишком много реверберации, которая даст грязь и будет мешать, мы можем попробовать врубить параметр pre-delay. То есть мы сейчас вычислили с вами, что очень короткое значение — это 30 миллисекунд, 1/64 нота. Здесь значение pre-delay мы просто ставим 30 миллисекунд. И ревербератор становится более слышен, потому что сначала мы слышим прямой сигнал, а через 30 миллисекунд мы начинаем слышать сигнал, который подмешивается. Если мы поставим, допустим, другую величину, вы можете экспериментировать с пределами, как ну, на ваш вкус, на ваше усмотрение, поставить 60 миллисекунд. Ставите 120, но главное, что вы ставите его таким образом, чтобы он не сочетался с темпом произведения. То есть ревербератор, понимаю, что здесь не слышно, но если вы попробуете себя в более правильных условиях где-то послушать, вы найдете очень много красок. И более того, вы можете, например, по-другому отстраивать длину реверберации, но поставлю. Может, не обязательно, чтобы это была половинка. Если вам нужен очень длинный хвост реверберационный, вы можете поставить не целую ноту, а ноту, состоящую из двух, как это называется, плейлист. То есть две целых ноты. То есть это получится ну, почти 4 секунды, да, длится. То есть достаточно будет, можно добиться очень атмосферного звучания, которое будет работать с темпом. Если вы слушаете музыку Эмбиенс иногда, может быть, вы обратили внимание, что достаточно часто там используется достаточно глубокая протяженная реверберация, но она не хвост предыдущей ноты, не нарезает как на другую ноту. И получается очень хороший, ну, просто хороший эффект заполнения. Это за счет того, что можно таким вот образом настроить реверберацию, что просто хвост будет вязать и не мешать самому себе. Продолжим дальше. Если у вас есть какие-то вопросы, если что-то непонятно объясняю, вы спрашиваете, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Давайте сейчас сделаем все потише. Я хочу вам показать, как можно сделать достаточно быстрый мастеринг. Тоже основываясь на динамической обработке, а не на многополосной компрессии, которая встроена с темпом. Соответственно, с темпом произведения мы идем просто на наш канал сейчас, мы теперь начнем сессию. Изотропазон, наверное, очень многие слышали об этом плагине, но это можно сделать и любым другим компрессором. Мы включаем компрессор, убираем его все полосы, оставляем только одну. В принципе, зондоператор, московский Борис Никитинский, он говорил, что я вот люблю компрессировать на мастере полосок компрессора.
я ему говорю, а как так, ведь я же работаю ведь на лазере, на три полосы, ну, это было очень давно. Но на самом деле, действительно, можно делать мастер полосный компрессии. Опять же, зависит на вкус. Вы можете сначала начать с этой полосной компрессии, когда вы разберетесь, как это работает, уже добавлять другие полосы. Все тоже достаточно просто. У компрессора есть релиз, вот мы работаем с этой полосой, одна полоса на всю композицию. И у нас есть темп, у нас есть значение 483 миллисекунды. Просто его вбиваем. Как предыдущий компрессор мы начинаем ставить уровни. Сначала должен быть пришел. Если мы говорим о мягкой компрессии, сейчас я покажу, как можно хороший голос мягкой компрессии, можно опускать трешолок очень низко, до минус 36 дБ, иногда даже до минус 40, но при этом степень компрессии делать очень низко. 0,3 к 1. Будет слышно, как работает компрессор, будет звук перекомпрессированный, слишком радикальное значение, минус 36. Мы делаем это гораздо медленнее, еще медленнее. Вот, ну, просто вот сейчас на двух. Если вы отстраиваете какую-то подсобную композицию, можно этот релиз сократить в два раза. То есть поставить не четверть, а восьмушку, например. Ну, опять же, поэкспериментировать. Можно и треугольник поставить, и ноту с точкой, четверть с точкой, восьмушку с точкой. То есть для этого тоже есть формула, я вам рассказывал, как это вычислить. Далее, когда вы все это отстроили, можно уже максимизировать. Мы делаем сейчас что-то типа радиомастеринга, да, и мы должны значения, пиковые значения приблизить к нулю. Это значение
песенные факторы, у нас не так много инструментов, поэтому, если так смотреть с художественным, то эта громкость слишком большая. То есть можно довести до спокойно до минус 15, даже оставить минус 16, и это будет хорошо. Конечно, если вам надо сделать максимально громче, то делать как вам надо. Минус 15. Если вы отправите, доведете до ума эту запись с этим значением, отправите эту запись продюсеру, который отвечает, например, за подбор музыки на фильм, он будет удовлетворен. Хочу вам показать на примере попсы. Тоже попрессия. Вообще, как можно быстро сделать с мастером, узнаем. Реверберация на мастере дает эффект склеивания.
То есть мы берем весь спектр, мы берем часть спектра, например, вот, ну, не знаю, звучат, если число звучат плохо, но мы берем где-то вот с середины, начиная там 400 Гц, и смотрим, что там нужны нам высокие или не нужны. То есть мы смотрим, где у нас есть, ну, как бы, некий такой элемент, некий разваливающийся элемент на грани. И пытаемся его как-то немножко заполнить. Можно переключиться в режим mid-side. Слышал кто-нибудь об этом режиме, что такое mid-side? Хорошо. Mid-side. Все достаточно просто. Mid — это сумма двух каналов. Side — проекция двух каналов. По-русски говоря, mid — это моно, side — это стерео. Еще проще. Mid — это то, что мы слышим в фантомной области в центре. Side — это то, что мы слышим слева и справа. И вот сайт работы позволяет нам работать непосредственно с моносоставляющей сигнала, например, где находятся все бас, бочка, рабочий, голос, ну, все остальное уже находится где-то по краям. Для этого, ну вот в Озоне достаточно вот реализовано, вот сейчас мы находимся в стереорежиме, можно переключиться на них сайт. Вот здесь, не знаю, видно вам, не видно? Сейчас мы можем применить, допустим, реверберацию только касаемо составляющей. То есть мы моно будем трогать, мы не затронем бас, бочку, не затронем все звучащие инструменты, которые в центре, мы заполним нашу стерео-картину, сделаем ее более вкусной. И просто, ну, сейчас послушайте. Как она звучит? Это уже обработанные реверберации. Но поскольку у нас много чего складывается в моно, то много чего не слышно. Но знаете, вот если вы делаете обработку, стереообработку именно при помощи технологии Midside, вы остаетесь моносовместимым. То есть если ваш сверхшироко звучащий микс сложится в моно, то он все будет слышен. То есть там ничего не пропадет. Попробуйте, экспериментируйте и возвращаемся к динамической обработке. Давайте начнем с одной полосы. Так, у нас значение, мы высчитали. Мы не высчитывали. Темп 128, а 129. Мы высчитывали с вами 129. Так, 129. И нам нужна для начала четверть. 465. Попробуем 465. Релиз 465. Настраиваем. Трешол делаем до где-то там минус 30, там, ну, 35, 36 получилось. Включаем, смотрим. Компрессирование 1 к 3. Можно сделать 1 к 4, 1 к 5. Практика показывает, что, ну, если хотите как-то быстро и хорошо сделать, то 1 к 3 значение, оно прям какое-то обладает мистической силой, что всегда хорошо. Устанавливаем громкость.
Здесь на прессе. Можно добавить еще две полосы. Делать это просто. Просто добавляем insert band. И у нас уже получается мастеринг получается уже двухполосно. И мы, можете попробовать, обычно делаю я так, уже можете отстроить вниз. Когда вы отстраиваете вниз, хорошо, релиз оставлять тоже таким же, каким вот вы его вычислили и выставили для среднего числа. Хотя правила нет, бывают только исключения, можете пробовать по-всякому. И попробовать выстроить атаку. Все заключается в том, чтобы просто у нас компрессор будет достаточно не так быстро срабатывать. То есть на выходе мы будем получать ясную атаку, они перекомпрессированы, будет иметь более естественное звучание. В то же время за счет вот этого длинного релиза мы будем получать на выходе более плотный звук. Делай так. Или это плохо, а вот это хорошо. То
есть, если у вас есть такие люди, это очень здорово, воспитывайте, учитесь у них, учитесь у ваших коллег, которые делают гораздо лучше, чем вы. Но еще очень важно для человека, ну и для человека, и в том числе для специалиста, развиваться, повышать свою квалификацию. Я вам очень рекомендую читать книги на вашу тему. То есть, если ваша тема звукорежиссура, то рекомендую читать учебники по акустике, по звукорежиссуре. Ну, много есть учебников на русском языке, много, очень много, еще больше учебников на английском языке, как и английском владею. Вот. Еще есть... Сейчас появилась возможность смотреть ролик на YouTube, обучающие ролики бесплатно, денег идти за это не надо. Например, есть канал Дэвида Сада, или есть канал, то есть он там рассказывает на своем канале, как добиваться чего-нибудь, каких-то фишек, каких-то фокусы показывает, да. Есть канал производителя микрофонов, аудиотехника. Вот там они рассказывают, каким образом записывать инструмент. Понятно, что они там рекламируют свои микрофоны, но принципы, они для всех одинаковые. Просто, может быть, миллиметры выше или дальше будет разница. Еще есть очень хороший канал компании, которая производит плагины, компания Waves. У них тоже бывают достаточно часто обучающие ролики. Могу сказать, что они там рассказывают базу, но они рассказывают какие-то приемы, они берут интервью у мастеров, инженеров, режиссеров, у там, каких-то гениальных обладателей Грэмми и продюсеров, и те делятся уже своим опытом. То есть можно смотреть вот эти каналы, но просто можно поискать, что есть еще полезного и интересного в YouTube. И еще очень хорошо было бы, если вы занимаетесь звуком, занимаетесь музыкой, понимаете его музыкальную составляющую, то есть вы учите элементарную теорию музыки, взрослого человека представляет какого-то, да? В школе, в музыкальной школе этому учат на уроках сольфеджио в течение нескольких лет, в музыкальном училище этот курс проходится за полгода, а учебник можно прочитать за несколько дней и уже много для себя понять. То есть хотя бы на этом этапе было бы замечательно. Далее есть программа для тренировки слуха, чтобы тренировать именно слух на восприятие частот. То есть когда вы слушаете микс и вы смотрите по приборам, но не слышите, что там происходит, это не есть хорошо, потому что вы делаете наугад и можете заблудиться, запутаться. Если вы настроитесь, научитесь слышать, какие частоты конкретно вам мешают, хотя бы в каком диапазоне, то это будет вообще замечательно. Раньше это было достаточно сложно организовать, нужен был один человек, параметрический эквалайзер, один человек понимает какую-то частоту, а другой человек показывает, ну, угадывает, какую частоту понял. Сейчас есть программа компьютерная, одна из них называется Wiz Tones. Она платная, но она достаточно простая, но она очень хорошо тренирует. И есть программа, называется Train Your Ears, тренируйте ваши уши. Она тоже платная, ну, в принципе, не так дорого она стоит, особенно учитывая, что нам с этим расти заниматься и работать. Просто вы повысите свою квалификацию, вы будете понимать, где что звучит, где что убрать. Ну, это как бы такие общие рекомендации. Если вы хотите понимать, что как работает, потому что, ну, у меня было, например, открытие, да, я знал, что музыкальная формула, то есть вернее формула какая-то определенная, там, сложение, вычитание, деление, алгоритм, все это содержится в программе входа, да, то есть есть формула, по которой работает компрессор. Есть формула, по которой работает компрессор. И когда какой-то прибор делает какое-то действие,
Это не значит, что это прибор какой-то волшебный, или что там какое-то зашитое мистическое сверхъестественное. Нет, это все математика, весь компьютер — это математика, весь звуковой поток — это тоже математика, вся обработка — это математика. И если вы хотите копнуть и узнать, как же это работает, это на самом деле открывает глаза на многие вещи, я вам рекомендую учить аудио, языки программирования, хотя бы в базовом уровне. Языки программирования есть текстовые, есть визуальные. К текстовым языкам относятся C-Sound, Super Collider, Chat. Еще есть много производных, которые работают в того самого C-Sound. И есть визуальные языки программирования. В чем-то они проще, потому что вам не надо писать код, вы просто, грубо говоря, ставите блоки, соединяете их по-разному. Есть, например, язык программирования, называется React, да? Может, слышите, кто музыкальный продакшн, да, отлично. Есть инструмент, React, можете его попробовать изучить, понять, каким образом звук синтезируется, каким образом звук обрабатывается. Есть бесплатный язык программирования, аудиоязык программирования, Pure Data, чистые даты, сокращенно PT. Он визуальный, и он бесплатный, и он очень мощный. Есть коммерческий язык программирования, созданный на основе Pure Data, называется MaxMSP. Может быть, слышали, это тоже мультимедийный язык. В общем-то, почти все они охватывают такие аспекты, как аудиозвук, в том числе и видео, и какие-то мультимедийные презентации, и можно работать с контроллером Arduino. Можно работать с компьютерами разными API. То есть, можно даже робототехникой заниматься, желание. Вот. Но если вы поймете, как работает математика, будет прям вообще здорово. Тем более, вы знаете, как раньше люди, например, или робот, да, столь известно, вот, чтобы там работать, надо было не просто получить, нужно было музыкальное образование. Люди сюда приходили с ученым стилем. Они сами создавали какие-то приборы, сами пытались сделать. То есть они владели электроникой, они понимали принципы, они понимали, как работает оборудование, в котором они работают. Но сейчас век программной обработки сигнала в голове стала стоять математика. Вот. И вот эти вот языки программирования, это вот чем-то похоже на электронику, на аналоговое оборудование, только все в цифровом варианте. Ну, я, пожалуй, закончу. Если есть какие-то вопросы, можете спрашивать. Если нет, то спасибо за внимание.